Германия проснулась парализованной забастовкой транспортников, редкого для страны масштаба. Работники аэропортов, железнодорожных, морских грузоперевозок, автомобильных компаний, местного транспорта намерены бастовать в течение 24 часов. Они добиваются повышения зарплат более чем на 10%. Работодатели же, в свою очередь, предлагают повышение на 5% с двумя единовременными выплатами в размере 1000 и 1500 евро. Нынешняя массовая забастовка – показатель растущей социальной напряженности в Германии. С начала года в стране периодически проходят стачки в разных сферах. Цены в Германии растут уже более года, а инфляция в феврале достигла 8,7%.